Так значит, родители Климента Александрийского были язычники. Он родился около 150 года в Афинах. Климент путешествовал очень много. Италия, Сирия, Палестина. И вот, наконец, он встретил Фонтена и в 200 году наследовал ему как учитель вот этой школы оглашенных. Оглашенные – это значит, их уже огласили как людей, которые будут принимать крещение. Так вот, во время гонений при Септимии Севере он покинул Египет и больше не возвращался, оставил. И посетил Каппадокию, Антиохию, служа церкви и трудясь над своими сочинениями. В 15 году он умер. Значит, что он написал, что он оставил? Вот он, значит, уехал во время гонений, и место учителя осталось свободным. Это место займет 17-летний Ориген, который будет иметь огромнейшую популярность. Но пока про Климента. Значит, он написал следующее сочинение. Слово «увещательное» – это обличение язычников. Педагог – это учебник для верующего в его христианской жизни. Третья книга должна была быть «Учитель». Но осталась эта книга не завершена, не собрана. Она самая объемная. Называется она «Строматы». «Строматы» – это значит собрание заметок, кусочков. «Строматы» – это кусочки, из которых ковры там делают, например, или лоскутное одеяло. «Строматы» – разноцветные кусочки. Это разные заметки. Это очень интересные заметки. Книга очень большая, не собранная, не сложившаяся книга «Учитель». Значит, что мы имеем? Мы имеем увещание к язычникам, и мы имеем учебник для верующего в христианской жизни, называется «Педагог». Он был уверен, Климент, что христианская истина и философия связаны. В этом он близок Юстину, философу, связь философии. Надо помнить, кто был категорически против греческой философии? А? Ну, только что мы с вами говорили, Тертуллиан. Что общего между Афинами и Иерусалимом? Так. Ну, значит, вообще богословие Востока, а это Восток, оно было более умозрительно, чем на Западе. Умозрительно – это философские обобщения, абстракции. На Западе было конкретное, потому что надо было церковь строить. Вот иногда он, соединяя философию с христианством, он незаметно сам для себя заменял одно другим. Это опасно, философию соединяя с христианством. Он утверждал, что грекам дана философия, как евреям закон. Это знаменитейшая его цитата. Эту мысль нужно знать. Он говорил, как Бог дал закон евреям для того, чтобы евреев подготовить к приходу Мессии. Также он дал философию грекам, чтобы греков подготовить к приходу Мессии. То есть философия готовила умственно, готовила разум людей к принятию идеи христианства. Он говорил так, знание необходимо для веры. Но и в знание тоже надо верить. Знание очень много тоже во многом абстрактно. Он выступает и против еретиков, и против автономии философии. Его отношение к греческой философии не было последовательным. Иногда он видит, что философия – это частичное Божье откровение людям. Ну, как закон евреев. А иногда он видел, что философия, очень интересно, это плагиат из еврейских пророков. И я очень склонна тоже так думать. Я думаю, что закон Моисеев, он оплодотворил всю мысль всех людей всех времен. Потому что мы встречаем идеи и у ассирийского,
Асаргадон как-то. И царь царей земных, и царь Асаргадон. Он там закон оставил, и там очень много и закона Моисеева. Понимаете ли, то есть есть такие моменты вот в Библии, что слово Божье, оно осеменяет всю землю. И вообще говоря, когда я начинаю об этом размышлять, я понимаю, что человек сам по себе ничего не может не подумать, не узнать, ну, сам по себе. Ему непременно должна вот эта вот идея как-то прийти. Все его идеи, они косвенно или как-то на божественном откровении. Бог открывает. Человек, он видит и не видит. Очень масса людей, они смотрят на эту природу и ничего не видят. Апостол Павел говорит, так открыто все. Открыто Божье величие. Человек может смотреть и не видеть Божьего величия в творении. Ну, есть такое, да? Живет и живет, вот, как само собой разумеющееся. Поэтому даже для того, чтобы увидеть, Христос очень часто говорил, у кого есть уши, пусть он слышит. То есть есть и глаза, но не видит, есть уши, но не слышит. Нужно откровение, открыть это надо. Открыть. То, что делает Божье Слово. Так вот, значит, главный инструмент его герменевтики – это аллегорическое истолкование. Сначала я скажу вам, как он это понимает, потом я скажу, как я его понимаю. Он говорил так. «По многим причинам Писание скрывает смысл. Во-первых, чтобы мы стали любознательны и внимательны к откровению слов спасения». Ведь нам сказано, исследуйте Писание. Зачем исследовать, когда все написано ясно? Вы согласны, что когда мы исследуем, то мы обнаруживаем что-то новое? Первый, он говорит, скрывает смысл, чтобы мы стали любознательны и внимательны к откровению слов спасения. Второй аргумент у него. Не годится всем понимать, чтобы не было им потом вреда от неправильного понимания того, что Духом Святым объявлено для спасения. Иногда я думаю, как хорошо, Господи, что ты сокрыл это от неразумных, от врагов или кто-то. Сокрыто. Берут и желали бы напротив, направить против нас, например. А не получается, не открывается ничего. Вот. Для того пророческие тайны скрыты в притчах, сохранены для избранных, для понимания по их вере. Помните, Христос сказал? Вам открыто, вам объясняю я притчи, остальным дано в притчах. Поэтому стиль Писания метафоричен. Значит, аллегорический метод истолкования Климент оправдывает тем, что стиль Писания тоже метафоричен. Это правильно или нет, он говорит. Я хочу сказать, что Климент прав, что язык Священного Писания, он во многом метафоричен. Но не во всем. Это да. И когда он метафоричен, я тоже согласна с Климентом, чтобы мы были любознательны, были внимательны, чтобы мы размышляли, чтобы нас задевало, чтобы мы покоя не имели, пока мы не разгадаем, чтобы мы молились. Понимаете, как? Ну, это то же самое, когда притча о десяти девах. А кто ж, а что же такое да, огонь? Да. Это Дух Святой. А девы? Это половина церкви, не половина. А там идея в том, что кто же ожидал, кто такой ждал. Вот и все. То есть, а тут крутят, вертят. Ну, подожди-ка, ну, в светильниках тоже там масло должно быть. Ну, оно должно быть в запасе всегда, а не мало. Ну, и потом, в общем, я хочу сказать, что аллегорический метод истолкования правомочен. Это не есть что-то плохое или искажение. Это принцип герменевтики. Нет, но есть конкретные повеления. Допустим, если брат и сестра не имеют пропитания, покажи,
То есть, в смысле, если это аллегористы там бывают, то... Нет, да, нет, нет, да, да, это... Пусть идут с миром, видите. Вы знаете, что все, что касается взаимоотношений людей возле ближнего твоего, здесь никакой метафоры тут нету. Здесь всегда очень конкретно. Друг другу, друг с другом, друг за друга, и бремена друг друга. Вот. Но при этом Климент не упускал из виду и исторического значения Писаний. Они имеют буквальный смысл тоже. Для него Библия, пишет один французский богослов, для него, для Климента, Библия – это рассказ об откровении, пережитом в истории. Это история конкретных фактов и дел о деяниях Божьих в отношении человека и о повторяющихся его вмешательствах в мировую историю. Это все вот видел Климент. Климент видит в текстах Библии первое значение слова и дальнейшее его значение – аллегорические. Например, в истории жертвоприношения Исаака. Это реальный факт, и он подробно описан. Но вы сами знаете, сколько аллегорических значений здесь. Это прообраз жертвы Христа. Второй принцип его экзегетики, значит, первый принцип, первое значение слова и дальнейшие значения. А второй принцип – текст нужно толковать в контексте. Но вы знаете, он очень старался правильно мыслить. Но это приводило все равно к экстравагантным суждениям. Ну, например, «Кровь брата твоего выпьет ко мне от земли». Климент толкует, что кровь здесь – это слово. Почему это слово? «Кровь брата твоего выпьет ко мне». Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Теперь, значит, дальше. Климент говорит, он очень любит и уважает истинных гностиков. Климент – аристократ, и он любит умных людей. Истинные гностики – это христиане, которые разумны, которые умны, которые с пониманием, которые доискиваются до второго, третьего и четвертого значения слова. Понимаете ли? Поэтому он превозносит истинных гностиков, которые отличаются от малограмотных начинающих верующих. То есть у него есть известный аристократизм и пренебрежение к невежеству. Природа этого высказывания аристократическая. Он заложил основы апофатического богословия. Апофатическое богословие. Отрицательное, то есть у Бога нет качеств, его нельзя познать, нету никаких качеств. На основании Бога не видно никто не видит. Да. Акатофатическое. Акатофатическое – это западное богословие. Вот положительное, да, что есть качества. Можно познавать. Но они на чем? На то, что Библия открывает эти качества, да? Ты понимаешь, в чем дело? Вот когда мы берем богословие в таких больших, как сказать, направлений, то там никогда конкретно это не изложено. Я вам могу только принести цитату, которая у меня есть, и прочитать вам. Что вы там поймете, то поймете. Принесу определение. Вот. И в частности, личная вера не вписывается ни в первое, ни в апофатическое, ни в катафатическое. Личная вера. Ну так вот, христианская вера заставляла добавить его. Бог триедин, все-таки качество есть. Сквозь всю вечность с ним рядом его сын. А слово – источник всякого знания. А именно и особенно о Боге. То есть он сказал, что у Бога нету качества, его нельзя познать, но он говорит, что слово – источник всякого знания и особенно знания о Боге. Вы понимаете, то есть он мыслит
как философ, вот так вот нет никаких качеств. Но как христианин, любящий Писание, он добавляет, что слово стало плотью. Но в изложении Климента в этом единстве теряется характеристика человечности Иисуса Христа. Этот аристократ говорит, послушайте, ужасно даже предположить, что его тело нуждалось в пище. Ужасно предположить. Он ел, чтобы не вызывать сомнения в нем, как в человеке. Он был недоступен чувствам, не испытывая ни боли, ни наслаждения. Это Климент. Он немыслимо даже, ужасно даже предположить, чтобы его тело нуждалось в пище. Он не развил учение о Духе Святом. Он только сказал, Дух Святой привлекает людей к Богу. Все, что он мог сказать о нем. О человеке он понимал примерно тоже и так же, как Ириней. То есть Адам был сотворен детски невинным, вот как мы тут нарисовали, и должен был развиваться. Но у него оригинальный взгляд есть. Откуда падение взялось? Падение – это использование сексуальных возможностей прежде, чем Бог это намеревался дать. На том основании, что вскоре после падения Адам познал Еву. Вот отсюда и идет вся эта вот история. История. Это Климент очень первый, да? Это Климент. Выдал. Да. Вот. И отсюда грех и смерть. Но Ириней видит Адама как главу человечества, а Климент – символ того, что случается с каждым из нас. То есть нет первородного греха, а мы каждый сам по себе падаем. Это убеждение осталось в учении исторических церквей. Я одного православного мальчика спросила. Говорю, Мишенька, ты грешник? Он говорит, нет, я еще маленький. Он не грешник. Ну, это мальчик так все-таки был. Не 5 лет было, там лет 12 было. И он ходил там в воскресную школу. То есть каждый человек грешит сам, а не потому, что у него есть первородный грех. Учение о первородном грехе – это учение Августина, это учение Павла, это учение Лютера и всей реформации. Если нет первородного греха, непонятно было бы, зачем тогда крест. Свобода человека не разрушена, у него есть выбор. А вера – это начало новой жизни, то есть восстановление прерванного роста или процесс обожжения. Это я вам нарисовала. Восстановление прерванного роста. В учении Климента виден нерешенный конфликт между эллинской и христианской традициями. Платонизм соседствует с христианством, с Библией. Это неизбежно при встрече греческого гения с Востоком, человеческих умозрений с божественным откровением. Климент видит Христа как слово, логос, как мост между евреями и язычниками. И Климент в этом смысле христоцентричен, своеобразно. И, в общем, многие его идеи воспринял Ориген.